Актуальный микрофон. Аналитичная программа. Коронавирус и цукровый диабет. Как переодолевают инфекцию люди с проблемами эндокринной системы? У нашей студии сегодня профессор кафедры эндокринологии Белорусского державного медицинского университета, доктор медицинских наук Алла Шепелькевич. Алла Петровна, мы все чаще слышим, все больше узнаем о коронавирусе. И, к сожалению, он атакует, может атаковать любого человека, но более тяжело протекает у людей, которые имеют уже определенный груз болезней. Сахарный диабет – одна из таких проблем, которая делает течение коронавирусной инфекции более тяжелой. Почему это происходит? Да, абсолютно верно, Дмитрий. Мало того, что он делает более тяжелый, это абсолютно сейчас доказано уже теми исследованиями, которые, да, научные мы имеем, жизнью, но и повышает риск смертности от коронавируса. То есть есть такие данные, что более тяжелое течение у людей с сахарным диабетом в 10 раз, да, чаще встречается, чем у людей без диабета. И риск смертности повышается в 5-6 раз. Это очень печальные данные, и, естественно, они заставляют нас максимально, предельно внимание сконцентрировать на этой категории пациентов, именно с сахарным диабетом. Давайте, может быть, сначала расскажем, сколько таких людей с сахарным диабетом у нас в стране. Да. За последнее время их количество растет. К сожалению, очень сильно и в мире такая тенденция. Абсолютно верно. До пандемии, в общем-то, отмечался рост сахарного диабета, и эта тенденция, к сожалению, очень такая устойчивая. В Республике Беларусь каждый год добавляется 8-10% людей с сахарным диабетом. На начало 2020 года это было 352 тысячи, да, и каждый год плюс 20-22 тысячи людей с сахарным диабетом. И если говорить о прогнозах, они, к сожалению, неутешительны, особенно после такой массированной инфекционной атаки, я бы сказала. Но мне не хочется очень печально эту тему, да, обращать внимание. Хочется всегда найти какие-то положительные все-таки моменты, и они действительно есть. Прежде всего, мы сегодня знаем, что риск инфицирования у людей с сахарным диабетом примерно такой же, как и у людей без сахарного диабета. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что нужно все усилия наши направить на профилактику. Да? Любой разумный человек, доктор, понимает, что самое эффективное и, кстати, экономически самое важное – это профилактические мероприятия. Поэтому я думаю, что это я вопрос предвосхищу, сказав о том, что все… Профилактику все уже знают и понимают, что нужно делать. Да, и но особенно… Не все, конечно, ходят в масках. Почему-то есть, ну, не знаю, барьер, через что-то нужно человеку переступить. Но тот, это какая-то самоуверенность. Тот, кто понимает, что он в зоне риска, у кого осложнения могут быть более тяжелыми, я думаю, что те люди все-таки больше себя берегут. Вы знаете, наверное, этот вопрос относится из раздела персонифицированной, да, индивидуализированной медицины, к которой мы все больше и больше, да, подходим. И у каждого человека свои мотивации, почему он носит или почему не носит. И с точки зрения вот меня как доктора, я всегда стараюсь найти те, в общем-то, моменты, которые помогут человеку понять важность этой процедуры, да, этого мероприятия. Потому что это везде абсолютно показана эффективность этого профилактического. Это ведь несложно сделать. Бывают профилактические методы, которые действительно сложны, но это ведь несложно. А какие посложнее методы профилактики? Посложнее методы профилактики, если мы говорим о сахарном диабете, да, то есть речь идет, естественно, о контроле, о самоконтроле сахаров у пациента с сахарным диабетом. Это такая специфика. То есть если человек сталкивается с инфекционным заболеванием, с риском, да, то есть контроль
сахара нужно сделать более частым, не менее 4-6 раз в сутки. Потому что гипергликемия, сам по себе вирус, вот у него есть такой инфекционный хвостик S-гликопротеин, да, и на сегодняшний день обсуждают, что в условиях вот этой сладкой среды гипергликемии, возможно, повышается риск проникновения в различные клетки, да, где есть рецепторы. Поэтому А может касаться человека без сахарного диабета, с нормальным обменом веществ. Если он увлекается сладким, он более уязвим перед вирусом? Ну, это немножко уже такие больше фантазии, потому что если у человека нет диабета, то системы поддержания гомеостаза, то есть нормального уровня сахара, срабатывают. А вот когда у человека сахарный диабет, тогда ему основной точкой приложения нужно сделать именно самоконтроль. Причем и в профилактике, и когда человек уже инфицирован, да, то есть это то, что поможет человеку в более легкой форме это заболевание перенести и в конечном итоге повышает риски выживаемости в дальнейшем. А еще говорят о том, что достаточно сложно может протекать коронавирус у людей с ожирением. Ожирение – это не обязательно диабет. Ну, вы сразу несколько вопросов задали. Дело в том, что диабет, мы знаем, что пока по старой классификации 4 типа диабета, да, но уже ВОЗ расширил эти, и больше всего диабета, так называемого, второго типа, это 93% людей в Беларуси, очень много этих людей. За счет именно диабета второго типа, да, увеличивается количество людей в Беларуси в том числе. А диабет второго типа – это что? Это классическое метаболическое заболевание, где более чем 95% встречается ожирение и избыточная масса тела. И как раз-таки, если речь идет о диабете второго типа, то это и диабет, и ожирение, к сожалению. И метаболический синдром еще, и дислипидемия, да, и повышение артериального давления. И в рамках метаболического синдрома, к сожалению, уже и гиперкоагуляция повышается, что мы знаем при коронавирусе еще дополнительный такой негативный, очень выраженный негативный фактор. Алла Петровна, можно ведь и за праздники лишние килограммы приобрести, да? А потом можно и без праздника. Потом можно и сбросить. Но все-таки, вот, когда мы говорим, что лишняя масса тела, когда уже это, какая масса лишняя может быть считаться критичной? Ну, это просто, да, вот если говорить о расчете, то есть индекс массы тела, все прекрасно ориентируются, до 25 килограмм на метр квадратный расчет, все знают, могут быстренько погуглить, посмотреть, правильно, а вот, и это нормальное соотношение роста и массы тела, то есть, в принципе, рост и масса тела, антропометрические данные, это самые легко доступные показатели здоровья. И наша задача, да, как человека разумного, сохранить на протяжении всей жизни нормальное соотношение. А если говорить о том моменте, когда нужно уже бить тревогу, то это плюс 5 килограмм в течение последних 3-4 недель. И когда мы не можем справиться уже с этой ситуацией. Потому что действительно на праздники мы набираем, потом мы худеем, и это нам дается легко или сложно, но тем не менее результат есть. А вот когда мы не можем уже с этой ситуацией плюс 5 килограмм справиться, наверное, есть смысл уже проконсультироваться и со специалистом. То есть даже 5 килограммов лишних – это может быть проблемой? Если эти 5 не останавливаются, а просто захватывают все больше и больше территории на нашем теле, конечно. Я говорю о том моменте, когда люди, у которых плюс условно 50 килограмм, да, они пропустили свои плюс 5 килограмм, когда это было легко вернуться в абсолютное состояние здорового соотношения роста и массы тела, то есть условного здоровья, понимаете? И это очень важный аспект в избыточной массе тела и ожирении. Вовремя обратить на это внимание. Когда мы говорили о том, что все больше становится больных диабетом, то в чем фактор? Главная причина? Почему именно в 21 веке так много больных? И, как мы говорили, рост по 10% в год, это значит, что за несколько лет, меньше чем за 10 лет, количество удваивается. Да, абсолютно верно. И, в общем-то, страшно подумать, к чему можно прийти.
Да, действительно. Думать зачастую страшно в целом, да, и если речь идет о основных факторах, я говорю прежде всего о диабете второго типа, который касается практически всех людей, это не столько эндокринное, сколько метаболическое заболевание. Ведь пациентов с диабетом второго типа в Беларуси, в мире ведет врач общей практики, лечащий доктор, да, семейный, не эндокринолог, до стадии у нас инсулинотерапии. Так вот, просто и это доступна наследственность. Если есть родственники с сахарным диабетом, да, уже с детства важно этому ребенку обращать внимание на ту же профилактику, какой образ жизни вести, да, чтобы прежде всего не набрать избыточную массу тела, да, не привести к этому ожирению, потому что это второй очень такой важный фактор. Избыточная масса тела и ожирение, которое повышает риски развития сахарного диабета второго типа. Это неправильное питание, нерациональное. Это гиподинамия всем известная. Да? А вот, и наличие других заболеваний сердечно-сосудистой системы, так называемый метаболический синдром. Алла Петровна, вот а не считаете ли вы, что это наш динамичный век такой, стрессовая ситуация тоже влияет на... Абсолютно согласна. То есть стресс – это универсальный абсолютно триггер, такой пусковой механизм, который запускает вот ту условно плохую генетику, да, там, где тонко, там и рвется. И, конечно, наличие хронического стресса и вот ментальной дисфункции, которая в период пандемии COVID-19 очень резко выросла, и сейчас по некоторым данным 70-80% людей, перенесших инфекцию, вот, имеют вот эти осложнения, и с ними гораздо сложнее справляться, чем, ну, вот это раньше думалось об этом. Поэтому... А насколько наследственность влияет тоже на сахарный диабет? Вот если кто-то первый... бабушки, дедушки, папы и мамы болели? Ну, это я сказала, это самый первый важный фактор. Спрашивают слушатели. Да, самый важный первый фактор, который, если есть уже у родных сахарный диабет второго типа, это говорит о том, что нужно с детства, не дожидаясь вот этих плюс 5, 10 или сколько еще килограмм, думать о том, как мы питаемся, насколько мы физически активны, да, насколько у нас есть своя индивидуальная антистрессовая программа, да, насколько мы хорошо высыпаемся, насколько соотношение труда, отдыха, да, в общем-то, сбалансировано. Но все-таки, если у человека уже есть лишние 10 килограммов, и он мало двигается, а еще и стрессы, да, про наследственность, может, не каждый из нас знает, что там, кто чем болел, это значит, что надо ждать диабет, и он неизбежен? Во-первых, если мы так легко, вот то, что вы перечислили, и якобы это норма, я считаю, что это уже не норма, это уже хроническая патология. И ожирение – это серьезное хроническое заболевание, да, образ питания и гиподинамия, наличие стресса. На это, если человек исходно соглашается на наличие вот таких опасных, коварных врагов для него, для здоровья, тут помимо и диабета, и кардиоваскулярной патологии, онкологической, конечно, весь этот букет будет присутствовать. Это без сомнения. Алла Петровна, масса вопросов, просто колоссальное количество. Да, тема. Значит, вот такой вопрос. Значит, позвонил слушатель, говорит, гуляет сахар, то 6,9, то 7,9, то 10. Вроде бы все советы выполняю. Диета. Но работа связана со стрессом. Это зависит. Ну, мы уже... сахарный диабет есть у человека? Не сказал, но, по-моему, судя по этим вот данным сахара, то это уже, да, вторая степень диабета. Вопрос в том, что вот он может быть, трактоваться двояко. Первое, если у человека нет диагноза сахарный диабет, да, то эти показатели говорят о том, что этот диагноз нужно выставить. А лабораторное подтверждение – это только часть постановки диагноза. Да? То есть я говорила о факторах риска, и дальше мы лабораторно тестируем. Если из пальчика с утра сахар больше, чем 6,1 дважды, да, то это подтверждается диагноз сахарного диабета. Понимаете, как это просто? Да? Как можно на самой ранней стадии, вот мы про профилактику говорили, такая вторичная профилактика, как можно раньше диагноз выставить.
Это один момент. Если у человека уже есть сахарный диабет, тогда это говорит о том, что лечение не очень эффективное, нужно пересматривать лечение. Вы сказали, что очень легко диагностировать, да? А человек сам может понять это? Какие-то симптомы у него, сухость во рту, вот что еще может быть? На сегодняшний день это очень важно, то, что вы спрашиваете. Если у человека уже есть клинические симптомы, это уже поздняя диагностика. Понимаете? То есть мы сейчас так и врачей обучаем, и население, да, вот мы общественную активность большую ведем, чтобы на стадии факторов риска, на стадии вот, да, еще тогда, когда нет нарушений таких с клиническими симптомами, мы выставили диагноз как можно раньше. Просто есть родственники с диабетом, надо подумать, и надо сахар проверить, особенно после 40 лет, раз в год проверяют сахар. Если есть ожирение, избыточная масса тела, да, да еще и давление повышается, и возраст старше 45-50 лет, вот я важный аспект еще, да, не сказала, это возраст. Молодости – это другие заболевания. Молодость – это, скажем, поле совершенно других заболеваний. А вот 45-50 лет – это уже неинфекционное заболевание. Если поставлен диагноз, да, это на всю жизнь? Если речь идет о диагнозе сахарный диабет второго типа, то первый резерв, самый активный, если это на ранней стадии выставлено, и снижение массы тела около 15%, но в течение 3-6 месяцев, это стандарты, да, в общем-то, возрастные такие есть, до года, да, то есть не быстро, то до 78% может восстанавливаться нормальная гликемия, нормальный сахар. Почему я так активно вот пропагандирую раннюю диагностику, да, и раннее выявление этого заболевания и факторов риска? Очень хороший пришел вопрос. Как раз-таки своевременный в тему. Дайте, пожалуйста, практические советы людям с диабетом, как защитить себя от коронавируса и укрепить иммунитет. Да. То, что касается профилактики общей, которую уже многие специалисты, наши уважаемые инфекционисты, да, рассказывают, это базис. Без этого не работает никакая другая профилактика у пациентов с сахарным диабетом. Я надеюсь, это все знают. Следующий момент, он специфичен, если речь идет о консультации, а люди с сахарным диабетом нуждаются в медицинской консультации. Сейчас в городском диспансере эндокринологическом, я только что с консультацией оттуда, обеспечено дистанционное консультирование. То есть все условия телемедицины сейчас доступны, и этим нужно пользоваться. Это очень важно. Важно иметь запасы лекарственных средств, стрессового контроля дома, да, и обратить внимание на более частый контроль гликемии. Вот это та специфика для людей с сахарным диабетом, если речь идет без коронавируса. Так, вопросы, важно. Алла Петровна, да, потому что ну, столько уж вопросов. Угу. Вот говорят, мы сейчас смотрим часто Малышеву по телевизору, и говорят, что для пожилых, вот она сказала, говорит, лично я слышала, для пожилых людей до 8 единиц сахара это вроде как нормально. Если речь идет о целевых значениях уровня сахара, и мы говорим о сахарном диабете второго типа, люди более пожилые, то там действительно более щадящие целевые значения. Да? То есть речь идет о гликемии натощак, то есть сахаре натощак. Это возможно, ну, лучше, если речь идет о 7, да, натощак, речь идет о и плазма крови. Вот, если речь идет о после еды, то это 9-10, это приемлемое значение. Приемлемое. Да. Еще... После еды мы разделяем натощак и после еды. Но важно еще такой показатель, это гликированный гемоглобин, да? Это самый главный показатель, да? Нет, это другой. Они все важны, просто по-разному. А гликированный гемоглобин за последние 2-3 месяца уровень сахара до 7%. Как влияет гипотиреоз? Я правильно записала? Можно ли сахарным диабетом заболеть? Ну, это немножко другое заболевание. Это снижение функции щитовидной железы. Я думаю, что если у нас будет интерес, мы о щитовидной железе отдельно поговорим. И, кстати, вопрос о прививках. Да, да. Вот да. Мы ждем все начало уже такого
массовой кампании по вакцинации, и уже спрашивают наши радиослушатели, при сахарном диабете и при заболеваниях щитовидной железы можно ли делать прививки, есть ли какие-то проблемы? Ну, я, наверное, поделюсь той осторожностью, которая есть и в международной прессе, да, в общем-то, из предыдущего опыта, то, что касается предыдущих прививок и при первом типе, при диабете второго типа, да, когда инсулинотерапия, там рекомендовалась вакцинация, ну, грипп, да, и другие вакцинирования, которые проводились с той точки зрения, чтобы, ну, максимально предупредить последствия негативные при сочетании с сахарным диабетом. То, что касается коронавирусной инфекции, есть несколько исследований, у них осторожные такие выводы о том, что, вероятно, вот вакцинирование, вот это современное, оно может быть, ну, нейтрально при сахарном диабете. Одно из исследований, вот последних, которые я недавно смотрела в PubMed, да, ну, американское. А что касается щитовидной железы? То можно, ну, ли? Вот в отношении щитовидной железы здесь в целом, если это не острое заболевание, я имею в виду, если это не подострый тиреидит, если это тиреотоксикоз в острой фазе, то есть такие, то там, в принципе, противопоказаний для вакцинации не было. Вот такой вопрос. Столкнулся человек с такой ситуацией, что у него очень совершенные глюкометры, которые продаются. Я попробовала его переубедить. Он говорит, что вот дома сдаю один показатель по крови, а в поликлинике совершенно другой. В отношении средств самоконтроля основной пункт – они должны быть. Понимаете, они должны быть. Потому что глюкометры... Под рукой дома, да? Абсолютно. Угу. То есть это особенно сейчас. Вот я такой большой сторонник большой самоконтроля, да, вот сейчас эта значимость колоссально возросла, потому что если есть дома глюкометр, да, а совершение глюкометра сейчас системы длительного мониторирования, это вот как холтеры, знаете, в кардиологии, в диабетологии тоже условно свои такие холтеры сейчас есть, сенсоры, глюкометром мы можем посмотреть сахар, ну, сколько там, 4, 6, 10 раз в сутки, а вот эти сенсоры, они каждые 5 минут, то есть практически 278 определений в сутки, да, и это совершенно другая информация. А сколько вот надо человеку мерить, значит, по глюкометру? Натощак, потом поел, да? Это зависит, конечно, если человек получает таблетированное сахароснижающее средство или инсулинотерапию. Конечно, при инсулинотерапии больше. Если это какой-то критический период, опять-таки, инфицирование тоже больше, но не менее 4-6 раз в сутки, когда речь идет, опять-таки, вот о такой, ну, ситуации, когда мы опасаемся, да, возможного инфицирования, от 4 до 10 раз в сутки, то есть, чтобы ориентировались по количеству. Как влияет голодание на сахарный диабет? Вопрос был такой. Голодание... Вот женщина говорит, был диабет 3 года, 7,9, значит, пила таблетки, а потом решила голодать. И сейчас на 10 килограмм похудела, чувствует себя прекрасно, делает зарядку под нашу музыку, которая если звучит по радио. Если голодаешь, то в любом случае, наверное, похудеешь, да? Значит, нужно вообще дать определение голоданию. Быть. То есть разные люди в это слово закладывают совершенно разный смысл. В целом голодание – это крайне нездоровый подход к, ну, вот, жизни. Это крайне нездоровый. Но если речь идет о разгрузочных днях, возможно, просто человек использует разгрузочные дни, достаточно жидкости употребляет, да, и разумно там раз в неделю или в 10 дней, или уменьшает количество калорий, то есть количество потребляемой пищи, и рассматривает это как голодание, тогда браво, это очень хороший результат. Вот, но голодание, особенно без воды, это катастрофически нездоровый подход. А, кстати, сколько воды можно и нужно пить при сахарном диабете? Чем больше, тем лучше, нет? Дело в том, что сахарный диабет особого-то такого вклада в потребление жидкости не вносит. Если, ну, речь не идет, конечно, о почечной недостаточности, там, каких-то терминальных исходах. Но речь идет о
обычном абсолютно, ну, 1,5-2 литра жидкости в сутки. Это ориентировочно, потому что, ну, мужчинам больше нужно, женщинам меньше, человек 2 метра одно количество и так далее. Но в целом 1,5-2 литра. А какова может быть специфика питания при сахарном диабете? Обязательно? Ну, это, наверное, уже... Диету. Это уже, наверное, ну, спрашивают люди. Большая лекция. Ну, хотя бы с одной стороны, да, но и есть очень простое, в общем-то, такое понимание, потому что если речь идет о сахарном диабете второго типа, да и обученном пациенте с первым типом диабета, можно относиться к так называемому свободному, либерализованному питанию, но в рамках здорового рационального питания. То есть принципы рационального питания, они абсолютно идентичны для человека с диабетом или без сахарного диабета. Тут важнее спрашивать принципы рационального питания, здорового питания. Вот, и снова задают вопрос по поводу прививки. Может быть, не расслышали ответ. Аутоиммунный тиреоидит, то есть щитовидная железа. Можно ли делать прививку? Щитовидная железа, я имею в виду патология щитовидной железы, внеострый период заболевания, да, не является противопоказанием для проведения вакцинации. Еще по поводу укрепления иммунитета. Чтобы защитить себя от коронавируса, кто-то начинает принимать витамины. Кто-то их сам себе прописал, потому что посоветовали знакомые. А кто-то вот, посмотрел телевизор, почитал интернет. Как все-таки правильно и надо ли это делать? Вы знаете, мы живем в эпоху накопления данных, безусловно, да, и я могу процитировать Тара только лучшие рекомендации, которые есть в мире на сегодняшний день. Одна из таких – это американский пульмонолог и реаниматолог Пол Мариак. Такой коктейль, скажем, рекомендую действительно профилактически, который включает витамин С, витамин D, да, прием, непосредственно хороший сон, ну, мелатонин не будем, да, говорить, но хороший сон в данном случае это очень как бы полезная такая вещь. Вот. И, естественно, на фоне всех профилактических мероприятий, о которых мы говорили, и привыкли к, ну, немножко вот этому затасканному показать, но принципов здорового образа жизни. Вот, понимаете, вот это то, что наиболее профилактически важно. А витамин С, витамин D, это касается каждого человека? Абсолютно верно. То есть, если не хватает нам витаминов, да, наверное, из пищи недостаточно мы их получаем. Особенно это касается витамина D, и особенно это касается осенне-зимней. Это вот солнечный витамин, да? Абсолютно верно, да. А солнце мы видим редко. 28 дней в году, если говорить о статистике, и поэтому для нас это очень такая значимая проблема в Беларуси, да, то есть на сегодняшний день до 90% людей в этот период имеют дефицит витамина D, поэтому это важно знать и употреблять. Если дефицит этого витамина, уже тяжелее с коронавирусом сражаться? Ну, тоже есть данные, скажем такие, пока противоречивые, но речь идет о том, что нужно профилактически витамин D, да, восполнять. Я говорю сегодня о профилактике. Если есть уже диагностированный дефицит витамина D, это с доктором нужно обсуждать. Там другие дозы и другое совершенно, ну, лечение. Дима, три коротких вопроса и три коротких ответа. Да. Вот эти сенсорные датчики, о которых вы говорили, да, да, их можно приобрести, спрашивают люди. И сколько, да, стоит? Да, у нас в Республике Беларусь с июля прошлого года есть возможность, официально зарегистрированный один из производителей, и цены достаточно доступные, ну, если сравнивать с аналогами. Поэтому мы очень рады были, что такая возможность для наших пациентов появилась, и сейчас действительно в домашних условиях сенсоры эти, возможно, они легко ставятся. И еще спрашивают, кроме метформина и еще каких-то там препаратов они называли, я могла и не расслышать, Сиафор, там еще что-то. Что еще, вот, какие еще лекарства разрабатываются или будут внедрены? Вот? Лечение сахарного диабета все-таки лучше с доктором это обсуждать. Ясно. Мы все-таки сейчас в целом говорим. Но это перспективы... индивидуальный план лечения. Да. Абсолютно. Это абсолютно. Не советы для всех. Профилактики, для всех. Конечно. Да, да, да. Ну, все понятно, спрашивают люди то, что хотят услышать. Я думаю, что вопрос продиктован тем, есть ли перспективы в лечении сахарного диабета второго типа. Они действительно есть.
и они становятся доступнее и доступнее, да. Вопрос идет о ранней диагностике, своевременное обсуждение это с лечащим врачом. То есть, да, действительно, много перспективных лекарственных средств. И от самого себя зависит от человека тоже. Ну, это все, прежде всего, у нас есть вопрос последний тогда. Все, давайте на этом завершим. Ну что ж, как вы считаете, по поводу ковида, какие ваши прогнозы, когда все это закончится? Я думаю, что прогнозы – это совершенно такая вещь не популярная, да, и важно, вот если мое такое видение, то это очень важно быть сейчас осознанным, да, вот осознанным и позитивным. Все, что мы можем сами сделать, нужно делать, поддерживать других людей и в человеческой, и в профессиональной сфере. И я все-таки в позитив верю и в светлые наши перспективы. Так что спасибо большое. Спасибо вам. А сегодня в нашей студии была профессор кафедры эндокринологии Белорусского державного медицинского университета, доктор медицинских наук Алла Шепелькевич. Актуальный микрофон.